Команда ЦСКА 4-2. Броски. Липоевич бросает сам, не точно. И контратака Иркута. Анисимов заигрывает Мацуру, и Мацура сейчас. Пока что точность бросков сегодня у уральцев не такая. Мацура не стал бросать, а вот сейчас как раз бросок нанес и точно. Да, конечно, такие вот ошибки, они многое определяют. Иркутска на подборе. Он же получает мяч на трехочковой линии, обыгрывает Юдова в лицевую. Точен. Два очка. Попал Роман Хамидов. Першин с мячом. Получает заслон от Мацуры. Тут же получает мяч. Хороший пивот. И... Юрию Першину. Кэлил Дьюкс. Отдает он передачу сейчас Милошу Мацуре. И Мацура! Лагутин на Милоша. Анисимов получает заслон от Муравьева. Вновь на Милоша. Тот один совсем на трехочковой линии. Сверху. И точно. Дьюкс. Вдвоем против него играет соперник. И вот сейчас в ответ. Что сейчас будет делать американец? Отдает передачу, не глядя, на Милоша Мацуру. Мацура на Анисимова. Мацура. Бросок из-за дуги. Точно! И успевает на подбор. Мацура с мячом вновь. И вы посмотрите, проходит. Дьюкс, хитрый лист. Сейчас он здесь оказывается рядом с соперником. Мацура, бросок. Точно! Появляются главные ударные силы у Сахалина сейчас. И, наконец-то, нашел взглядом этого человека и показал ему большой палец, улыбнулся. Ну вот, помнят, который к Иркуту имеет... Такое непосредственное отношение. В прошлом сезоне проходил он предсезонку вместе с командой. И... И Мацура бросок точно! Алиюб на Минченко. Не получается. Лагутин.
обыгрывает двух игроков, но... Вводить мяч из-за боковой. Милош Мацура. Отдает передачу он точную на Араб. Роман подскользнулся. Дюкс на Милоша. Тот пытается. А дальше никто не встретил, не подстраховал из команды Иркутска своего партнера. И Антон забил легкие 2 очка. Евгений Мимченко. Так и могла какая быть, но вовремя сейчас Милош снялся со своей позиции, подстраховал.